Первая партия есть. Ну ладно, отдышались. Опять? Цыганская защита. У нас сегодня будет, наверное, тематический матч с цыганской защитой. С3, я так и думала, что она сыграет С3. Если честно. Ох-охонюшки, блин, как это волнительно. Ну, D4. По принципам Суэтина, если, типа, не знаешь тебя, то нам сегодня Алекс Лэс подсказал. Общем, ну, рокировка там по стандарту, да. Захватываем центр. Да. Вводим фигурки. Капец. Капец, как волнительно. Rc7. Угу. Ну, наверное, конь А3. Чтобы... 3-0. Там на B5, возможно. Конечно, основная идея это E5 продвигать. D5. Здесь у белых. D5. Если сразу E5, D1 уже не имеет такого большого смысла. Кстати, может, да, E5, D1, D1. Ну ладно, давайте так. Нет, не сыграла она. Может, ладья D1 не имеет уже, конечно. Самой тоже играть E5, особого желания нет играть. Наверное, лучше. В следующей партии, если такое случится, пойду ладья E1, пешку защитить. Так, надо бы как-то... Что-нибудь по центру сделать, слон b5, d5 и e5. Ну, знаете, может быть, меня немножечко это и радует, что я первую проиграла. Тоже все закроется. Когда играла легендарный матч против Мурат Чеса. Зачем? Мурат, прости, это, ну, я не то чтобы... Но это меня разозлило проиграть первую партию, и потом выиграла все оставшиеся. Ну, раз мы поставили ладью на d1, прицелимся хотя бы. Да, слон b3. Что ли? Может быть, тут Е5 как раз сыграть, потом F6. Сережка. Как бы ты играла? Конем забрать, например, так. Конем забрали. Ну, давайте заберем сюда. Ну, вроде нормальная позиция, да? Можно сразу пешкой, потом F6. Ну, вот этот конь куда выйдет? Вопрос. Давайте пешкой заберем. Да, о, слон B5. Интересный ход. А, H4, кстати, тоже интересно. Слон B5, слон C6. Слон B5, может, слон D6? H4. Слон B5, слон D6, сюда-сюда, сюда-сюда, ага, слон B5. Ну давайте, даже если мы слонов разменяем, все равно у нее слон лучше, чем наш на D3. Ладья D8. Интересно. H4 или конь A3? Слон D7, ладья D7, ладья D7. Придется брать королем. H4. Чтобы пешку здесь не терять, придется брать королем. Ну давайте, H4. Как в предыдущей партии, между прочим. Конь F4 могу. Забрали, но что мне это дает? Можно сыграть просто F6 и на этот ход. А, мы, наверное, пешку выиграли. Слон D7, ладья D7, ладья D7, ферзь D7 и на E5 выигрывали пешку. Ну да, это будет грустно. Ну. Либо конь F4. Конь E7, конечно. Конь F4, слон F4, F и E5. Всем моим сын, добрый вечер. Желаю прекрасной Майи выиграть этот турнир серии красивейших побед. Ой-ой-ой, слон E5, да, конь E5, ферзь E5. Огромное спасибо за поддержку. H6. Да, это очень важно. Какая интересная позиция. Конь H4, наверное, конь C6 все-таки сыграю. Ну, конь F5 же H6. Чтобы на H6 прогнала, он куда-нибудь на E3 пошел. Хорошо, тогда вот так. Да, чтобы на D5 конь E3, стать. Конь C4, конь D6. Да, могли пешку выиграть. Конь C4 ну, будет. Или королем, ну, не важно. А если слон C6? Да, хорошо, стой. Слон C6, слон C6, нет, конь C6. Очень конь C4. Ну, или вот так, даже. Опять же, сдвоится. Да, слон C6. Конь C4, слон B5, конь D6. D6, ферзь B5. Правда, так. Так, еще раз. Пла сюда. Ну, правда, придется прогонять, да? Ну, вроде нормально. Вроде он там не врывается, этот конь, никуда. Если я забираю ферзем, то конь C4 и на D6 будет играть. Слон B5. Кстати, да, ей же бить невыгодно, я же бью конь B5, конь D6 мат. Прикиньте. Прикиньте, мат. Ладья D1, ну, я думала, конь D6. Блин, просто. 37 секунд. Ну все, мне дальше. Конь D6. Умолкнуть. Ну да. Там где... Что? Опять я тактику зеваю?
Блин, я коня не заметила. Я думала, что сейчас Софья, но не 5 будет. Ну все, ну, блондинка забрала. Молодец. А, все испортила, да? Что это за ход вообще? F4. Ладно, не может. F4. Может, хоть красивая партия. Хотя она обостряет. Но я про коня забыла. Я думала, конь e5, фе, слон e5. И типа тут, ну, совсем тут все привязки. Наверное, так могу пойти. Да, конь на d7 был. Блин. Блин, ну ладно. Мне кажется, все равно нормально стоим. Либо, может конем быть, на b5, сыграть вообще сюда. Там все время ладья d8. Я конь не отойдет, знаю, я просто хочу e5 пойти. Что-то здесь получается. А, слон b5. Конь b5. Главное, не торопиться. Да, это говорит блондинка, которая 26 секунд. Да, смотрите, нам отдают обратно. Надо брать. А, слон Е5, конечно. Это самая связка. Я думала, рокировка, но там, правда, грозит. Здесь, сюда, ничего, сюда. Да. Слон d6, слон d6. Туда-сюда, ничего. Слон c4. Но рокировку надо делать, уже. Наверное. Мой замысел мне не нравится. Что-то типа конь c4, слон b5, да? Слон c6, ферзь c6. Ну, рокировка ферзь g4. Ну ладно, раз начала, то пойду сюда. Что делаешь? Конь c4, ну, опять же, какой ужас. Нападаем, нападаем. Кстати, еще одно нападение. Ферзь g3. И коня будет уже держать очень сложно. А слон b5 по-прежнему нельзя, потому что конь b5 и тут висит. Слон f6. Ну, это уже все-таки сдача материала. Ладья d6. Ладья d6. Слон b5, слон b5. Кстати, ну, ладья d7 еще есть ход. Знаете, такое впечатление, как будто бы играю вообще не я, а кто-то другой. Настолько ужасная игра. Видите, моя боец. Я даже не помню, когда последний раз так плохо играла. Что, в общем-то, правильно. А мы просто все поменяем. Да, ну просто без ладьи, очевидно, проигрыш. Ага. Слон Е3. Ну да. Потом докажешь, что ты не индюк, если проиграешь с лишней ладьей. Надо ладью ставить исключительно на белые поля. Это очень практично. Видите, Майя молодец. Она играет... Нет, давайте шах, на короле f6, конь d5. Она играет до конца, какая бы позиция ни была. А, у нас поддержка. Давайте пойдем вперед. Дети, она проходит, да, не сильно поможет. Давайте вперед, пешка. Хотя не точный ход. Лучше было. На линию c королю нельзя, mm-hmm. потому что останется просто без всего. Давайте шаг. Надгоним. Ну все, защитили. Надо, куда пошел мой слон? Почему надо, он сюда не пошел? Держать на белой клеточке. Вот тогда мы ее не дивнем. Ура! Да, есть. Друзья, ну, моя молодец. Да, конечно. Надо менять стратегию, потому что так дело не пойдет. О, у нас тем временем было много. Окей,